21 факт коррупции был выявлен в сфере оказания государственных услуг населению с апреля прошлого года по всей стране. 10 человек привлечены к уголовной ответственности. В разрезе областей совершенных преступлений лидирует Атырауская область. Об этом, а также о методах минимизации таких фактов говорили эксперты. По их словам, одним из действенных приемов борьбы с коррупцией станет автоматизация. Пока что из более чем 700 госуслуг в режиме онлайн работает только 34. Однако эксперты обещают в самом ближайшем будущем вывести в электронный формат до 80%. В целом, говорят эксперты, уровень бытовой коррупции сократился на 2/3. Отмечу, с начала этого года казахстанцам оказано порядка 90 миллионов государственных услуг. По качеству оказания лидирует Министерство энергетики. Антирейтинг возглавило Министерство внутренних дел. Мы требуем от государственных органов, чтобы максимально интегрированы. Также перевод услуг в электронный формат. К сожалению, эти причины послужили в какой-то степени совершения коррупционных деяний сотрудников госкорпорации и госорганов. Осуждено 10 лиц, в том числе из-за нарушения при оказании госуслуг и при проведении государственных закупок.